квартир. Это должно было быть здесь. Это должно было быть здесь, этими актами заполнить и раздать людям. А почему я должна идти к ним писать? Они должны были здесь быть. Мы здесь все собираем. Ну а кто кому? Мне к этой женщине обратиться. Вы представитель власти. Я же вам сказал, обратитесь вы. А зачем мне идти в пожарную? Объясните мне. Вы понимаете, что я одеть и обуть не имею, что для ребенка. А я буду ходить пожарных искать. И просто бы у меня была здесь уже милиция, с которой вытащили акты, чтобы я могла пойти, чтобы восстанавливать.